Привычка, классик говорит, это вторая наша природа. То есть как против природы не пойдешь. Если он курит 20 лет, он за 2 дня не переделается. Если он, у него есть любимое место, куда он приходит, у него существует утренний ритуал, это чашечка кофе и сигарета, и у него половину от этого отняли, считайте, что его разрезали на 2 половинки. Угу. Он недополучил того, что он обычно на протяжении 25 лет получал.